все разрабатываем плечи, чтоб походу было легче, все разрабатываем ноги. Более 300 ребятишек собрались на этом празднике лета в жилом комплексе «Зеленые аллеи». В роли аниматоров сотрудники Дворца культуры города Видное, которые дарили детям хорошее настроение. Прекрасно, весело. Все очень хорошо организовано. Нам нравится, особенно танцевать, да? Идея организовать игровую программу «Солнечные лучики» принадлежит руководству местной управляющей компании. Поддержала инициативу и председатель общества инвалидов Ленинского округа Наталья Рящина. Но это просто неописуемые впечатления, масса таких положительных эмоций. Наши дети в восторге. Что нужно ребенку для хорошего настроения? Музыка и такие же довольные ребята вокруг. Игры, песни, танцы. Здесь было все. А еще конкурс рисунков на асфальте. Юные таланты буквально украсили сквер разноцветными красками. Больше 100 рисунков сегодня мы видели. Я член жюри. Хочу отметить, что тяжело оценивать рисунки. Все потрясающие, красивые. Призеров конкурса рисунков наградили грамотами. Все участники праздника получили сладкие подарки. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.